В Иркутской области с января 2024 года увеличится прожиточный минимум. Его величина у трудоспособного населения составит 17 854 рубля. Для пенсионеров – 14 087 рублей. Детей – 15 889 рублей. Прожиточный минимум предназначается для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации областных социальных программ, при оказании социальной помощи малоимущим гражданам, для формирования бюджета Иркутской области.